Чувашу доставили 1560 доз вакцины Ковивак. Всю партию оперативно распределят по медучреждениям региона, пропорционально количеству прикрепленных к ним жителей. Тем, кто ждал именно эту вакцину, имеет смысл поспешить обратиться в медицинское учреждение по месту жительства. Бесплатная вакцинация проводится в мобильных прививочных пунктах и торговых центрах, напомнили в Минздраве Чувашии. Ознакомиться с графиком работы можно на официальном сайте. Запись производится через госуслуги или по телефону поликлиники по месту жительства. В ведомстве напомнили, что у данного препарата есть возрастное ограничение и можно прививать только пациентов не старше 60 лет.